Все, это Хейли. Я собираюсь сначала познакомить меня с рутиной по уходу за кожей и с повседневным макияжем. Вещи в первую очередь. Может очистить лицо. Это. Есть ли у тебя еще какие-нибудь комплименты по поводу моей кожи за время лица? То все, что я когда-либо использовал. Это Cara Organics. Спросил, так и сделаю. Сделайте щедрую сумму. Размер горошины для меня как целая горсть. Иногда я просто использую его в течение 10-15 минут, прежде чем нанести макияж. Следующий шаг, который я делаю. Это танер. Мы приедем. Это мой любимый увлажняющий крем. Этот мягкий крем-ламер, который можно носить под макияжем, можно носить постоянно, но я считаю, что он мой. Фонд действительно хорошо сидит на немецком. Так, не слишком похоже, что это долгий путь. Я работаю. Всю свою жизнь он чувствует себя как дома. И поэтому я путешествовала, и у меня были разные люди в разных частях света, которые делали мне макияж по-разному. Способы с использованием различных техник. Думаю, это становится для меня все более и более важным, но я всегда был таким. Действительно одержим заботой о своей коже и убедиться, что это лучшее, что может быть моей. Кожа. Это было путешествие, и соблазните его прямо сейчас. Подойдите немного ближе, чтобы вы могли видеть, что вы так хорошо выглядите правильно. В настоящее время. Я так счастлив, что, наверное, продлится всего неделю. Я не собираюсь говорить, что в следующий раз это верну. Звучит здорово. Я не выхожу из дома без этого. Один всегда у меня в сумке. Это так важно. Я бы сказал, красота номер один. Совет, который я получил от своей мамы, это отличный солнцезащитный крем. Она всегда говорила мне с первого дня или держись подальше от солнца, что я обычно и делаю. Я действительно нашел это. Тренировки и сохранение физической активности действительно помогли. Но со многими вещами, психическим здоровьем и моей кожей, в конечном итоге либо превращаю мой телефон. Или оставив это позади, когда я в спортзале и вроде как позволяю себе это время. Снова отключиться и просто сосредоточиться на мне и на моменте, в котором я нахожусь. Я одержима этой светящейся шелковой тональной основой. Темнее сейчас просто спрей для загара. Итак, я собираюсь смешать два. Блендер красоты. И я пойду. Я научилась делать макияж. Вероятно, просто наблюдая за тем, как сижу в зеркале и делаю это. Так много раз. Бывают случаи, когда я делаю макияж так, чтобы он мне так нравился, что я буквально изучал его в зеркале. Прежде чем сниму и попробую как-нибудь снять и наслоить, чтобы можно было проанализировать именно то, что они сделали. Не совсем работает. Но мы все еще думаем. Однажды. Мой. Плюс еще больше людей, которых я нахожу, когда пытаюсь вытащить полный чемодан глам, этого не происходит. Я бы с удовольствием нанесла бальзам для губ на начало. Нанести макияж. А? Мы на исходе. Отлично. Консилер включен. Следующий. И делаем немного полный контур. Я перестарался пару раз, и это никогда не бывает хорошо. Так что я сделаю это по-настоящему легким. Настоящая свежесть будет сиять контур. Это одна из моих любимых палитр Тома Форда. Когда? Знаете, делать то, что визажист делает больше, чем им нравится, на 4 минуты, понимаете, и они делают это снова. Им нужна эта ночь. Что МКИ? Нам нужен момент кремовых румян. И мне это нравится. Я также использую его на моих веках и на моих губах. И это одна вещь в моей сумке, она. Три разных. Имеет три разных. И. Отличный. Итак, это небольшая палитра кремовых румян и хайлайтера. Я даже не знаю, как я появилась. Поперек, но я одержим этим. Я буду.
Просто используйте мои пальцы. Как немного. Румянец. А теперь смайлы, понимаете? Одна вещь, которая была так забавна в «Идеальный голос», это... Глэм. Мы действительно должны носить. Составить. Мы выглядели так, что в трейлере для причесок и макияжа было так много невероятных досок видения, и это было похоже на... Вы знаете, где вечеринка начиналась каждое утро? Хорошо. Так что дальше возьму... Тот же самый... Цвет. И просто... Дебетовая боль. Веки. Я всегда стараюсь попасть в салон красоты. Где бы я ни был в мире. Просто посмотреть, что они используют. Сделано в том городе или в той стране, где я нахожусь. Я собрал много драгоценных камней в Японии. Кисти. Продукты. Но мои любимые кисти из Японии, а что забавно, это как новая пара. Обувь понравилась новая пара белых кроссовок. Какое-то время я их не буду носить. Я не буду использовать кисти, потому что не хочу испортить их. Я никогда не выхожу из дома без кисти для бровей. У нас бывали пугающие моменты. Без них все в порядке. Это особенно круто, потому что в нем есть как гребешок, так и нормальный. Кисть в одном. Так что возьмите гребешок. Причешите этих младенцев. Обычно я не слишком много делаю со своими бровями. Очень редко. Чувствую ли я мужчин иногда? Чувствую потребность, но я определенно не делаю это каждый день для губерний. Я люблю просто делать немного. Немного бальзама для губерний. Я обычно не ношу помада, когда я на сцене. Однажды я сделал. И он оказался не только на моем микрофоне, но и на моем лице. Как-то... Не уверена? Я никогда не делал, я по-настоящему одержим. Но все дела Виктории Бекхэм, кроме этого пятна на губах. Это... Прекрасный. По Диккенсону. Это, очевидно, очень минимально. Но одно забавно – изучать советы и рекомендации от сотен команд. И узнав, что они возьмут ягоды и используют их как... Пятно для губ или небольшой румянец на щеках. Это так весело, потому что у нас были моменты на шоу, где мы будем... устроить большую вечеринку. Я подумаю, как мы можем сделать еще немного макияжа. А потом нам понравится то, что они сделали, и найдем новый. Новый вид. Трюк, который они сделали бы в то время. Так что всегда интересно изучать историю макияжа. Как творческие женщины относятся к этому. А потом это для лица и тела. Это невероятно. Сверхъестественное сияние. Мама, я думаю, ты мог бы сказать. Хорошо здесь. Чувак. Нет. Я здесь. В маленьком прямо там. И потому что это тело. Небольшое действие плеча. Хорошо. Хорошо. Мочь. Просто получить вы определенно можете. Кливленд, Ницца. Светящийся. Отлично. Близкий и личный. Тушь. Тушь может просто... это чудо. Не так ли? Одна вещь, которую я понял, что я считаю очень важной в макияже, это то, что... Это не обязательно должно состоять. Оф. Накладные ресницы каждый раз и полный глаз или... Без разницы. Что бы вы ни выбрали. Я думаю, это вы знаете. Мы видим это много. Мы много видим. Фасе чуны. Прекрасно фотошопные изображения и... Это трудно увидеть все время. Время от времени это весело и... Вы знаете, мы можем пропустить наши фотографии через кое-что, покрывающие небольшие недостатки, но я думаю, что это действительно важно знать. Макияж может быть естественным и... Do that again. You know you can do a little.